грамотная обрезка так позволяет достичь высокого уровня производства и вести плодоводство на промышленной основе. Да, но там, понимаете, в чем дело? Ошибка нашей российской науки, которая именно промышленная, которая занимается промышленным освоением промышленности, промышленным производством. И Белоруссии, и Украины, это я точно говорю, я на Украине не новичок. Вот. Это вот эта мировая практика, это страшная ошибка. Понимаете? Ну, если они ходят в бикини, это не значит, что в Норильске надо в бикини ходить. Ну, ладно, в Норильске там я, не подходит, может, пример. Но в Саяногорске, то есть в моем, в этом самом, в Москве уже в бикини зимой не походишь. Они этого понять не могут. И смотрите, мне просто я, сейчас поймете почему. Вот видите, вот это вот сделано, ну, 2 дня назад примерно, да? Это мои абрикосы. Эта ветка, она буквально на земле лежит. Если бы я делал вот эту мировую практику, то этой ветки просто не было. Без нее была бы страшная рана. Вот я к чему. Вот. И смотрите, я вынужден был быть категоричным. Причем это настолько все серьезно, то, что я говорю, это настолько важно, что вот это даже не преувеличение. Видите, пишут, по вашему мнению, это настоящая дикость, варварство, садизм и бессмыслица. Это еще и преступление, вот надо было добавить. Вот. А мировая наука, это настолько к нам не подходит, я уже вопил, да, вот. Ну и ничего пока у меня не получилось. То есть я сейчас вам один анекдот расскажу, только, пожалуйста, не обижайтесь, особенно женщины. Ну, женщины, помните, как когда-то в фильме, бабы, заткните уши, и вот давай матом. Вот, я вам анекдот короткий и понятный. Вот. Я думал, долго рассказывать или нет. Ну, однажды рассказал в фильме, да кто ж его видел. Короче, так, анекдот. Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула. Жизнь прожита зря. Вот. Надеюсь, что кто-то поймет, о чем, какое имеет отношение анекдот вот к этому вот. Вот. Моя жизнь прожита зря. Почему? Потому что все, что я вам показывал, рассказывал, дикое, страшное отношение к деревьям, вот, это и есть порнофильм. Теперь о хорошем. Так, итак, значит, Елена Александровна Савинич, в прошлый вебинар сидела рядом. Ну, что я скажу, Елена Александровна? Ну, вообще, я получил несколько отзывов. Замечательно. Вот, великолепно. Так что поздравляю вас с дебютом. Я про ваш рассказ. Вот. Ну, а вот то, что вы видите за ее спиной, это и есть тот самый мировой опыт. Вот. Я примерно... У меня сотни ваших фотографий, я решил через институт обойти вообще стороны, как бы не прибираться. Это называется вооруженный нейтралитет. Почему? Потому что я надеюсь, что однажды вы станете сотрудником этого института. А сейчас, чтобы понять не было до конца, я надеюсь, во-первых, что вы смотрите этот вебинар. Это очень важно. Вот. Я вас называю штучным изделием, так образно. Дело в том, что когда мы прощались с научным сотрудником, не знаю я, вот фотография есть, да, там на фоне этих вишен мы сфотографировались, да, с Кобелом, с ним сфотографировались. Вот, не стал показывать, не стал называть его данные. Напишет мне письмо, вряд ли первым, я всегда так делаю. Значит, будем сотрудничать. Вот. А пока большая горсть косточек с огромных абрикосов уже поехала в Барнаул. Но не это главное. Главное мои слова, которые я ему сказал при прощании. Вот. Я сказал, есть 2 человека. Савинич Елена Александровна и Железов Сергей Валерьевич. Лучший производитель саженца. Я говорю, вот, когда вы... Он представился как научный сотрудник. Вот, когда вы будете директором института, академиком, когда-то ведь в Лисовенко в институте академик правил бал, вот, вы примете их в штат, но с особым условием. Они работать будут не в вашем этом, они будут числиться в штате, а так как там все равно вы их прокормить не сможете, ни их, ни их семьи,
Он, конечно, тут же закивал головой насчет кормежки. Ну, понятно. Прокормить не сможете, то чисто в вашем штате эти уникальные, талантливые молодежь, она должна работать в Хакасии, в Красноярском крае, в Шушевском районе. Работать и испытывать новые сорта по технологии, которые вообще пока еще науке неизвестны. Вот. Вот это вот, на этом и расстались. Он, конечно, грустно улыбнулся, но, видимо, но будем надеяться, что станет академиком. Вот это вот фотографию делала вот она же, Елена Савинич, будучи в командировке, как лучшая, да, как лучшая выпускница, она делала в Мичуринске, так, вот, ну, вникать не будем, вам уже понятно, для меня это овечки доли, вот, я все время пытался понять. Если у меня вся жизнь, это одна сплошная как бы ниточка, тянется, тянется, одно к другому, одно к другому. Вот. И получилось очень важнейший разговор, потом будет много писем, много интересного расскажу, но вот это я обязан рассказать, просто обязан. Мы сидим с ней за чаем, и вот, и я говорю, ну, это, там, искусственные корни, эти самые карликовые деревья, это тупик, там, колонны, тупик, микроклонирование, овечки доли, тупик, они же все померзли чертовой матери на большей части России, причем даже можно не сомневаться в этом. Вот, что дальше? И вот, что дальше? Ну, в основном работают с яблонями, это понятно, самый благодатный материал. У меня родилась одна идея, у меня огромные претензии к науке в принципе. Когда мы, а Савинич это не простой человек, вот, с ней даже на равных трудно разговаривать, сильно грамотно. Вот. И когда я спокойно сказал, что вирусы на растениях уничтожить невозможно, она сказала, возможно. Я говорю, невозможно? Она говорит, возможно. Вот. Я говорю, нет. Она говорит, да. Ну хорошо, Елена Александровна, допустим, вы правы. У нас в Сибири, а судя по всему, сюда еще не дошла, вот сюда вот. Вот, потому что вот это вот, если когда дойдет беда сюда, это не просто деревья, они ослаблены невероятно, они изувечены, это калеки, совершеннейшие калеки. Здесь все не так, все не то. Знаете, как вот этот, сегодня во время встречи в моем саду с этим, с научным сотрудником, он так удивился, что Сергей Привает и я, улучшенная капулировка. А почему не почка? Видите? А для меня привыка почка это уже калека. А потому что надо отрезать подвое, делать страшную рану. Корни искусственные. Чтобы удержать вот такую вот форму дерева, это все надо изувечить, изувечить, увечить все время. Ну и я не тянул, Елена Александровна, по-моему, вы сказали полтора десятка этих опрыскиваний. А тогда чем эти яблоки, сделанные в России, вот они, под вашей рукой, отличаются от тех, которые мы покупаем в магазине, вот, а там написано Марокко, ну там этикеточки, вот, Новая Зеландия, чем они отличаются-то? Голландия, вот, отравленная, она есть отравленная, а потом это все однажды помрет так, что вот это, если дойдет, то самая страшная вещь, у нас в Сибири уничтожены миллионы яблонь, это осталось незамеченным, у нас сейчас и люди начнут вымирать. Вон, посмотрите, какой пожар. У нас уже затянуло Саяногорск, я представляю, что творится ближе, за сотни километров. Это даже это не замечает, никто не гасит. А здесь, тем более, здесь получилось так, что за несколько лет был уничтожен такой ареал яблонь, это Минусинская котловина, в целом назовем. Потом пошло вширь, то ли к нам пришло, то ли от нас пошло. Вот, и пошло уже по Кемеровской области и по Иркутской, но там нет таких больших этих количества яблонь. А у нас было. А мы экспортом занимались. Экспортом яблок занимались. Да каких яблок? Вот. Сейчас все изменилось. Сейчас эти узбеки называют свои яблоки сибирскими, лишь бы у них купили. А сейчас все, конкурентов больше нет. Вирус уничтожил. Я почему говорю вирус? Это отдельная тема. Наука даже ухом не повела, и боюсь, что ее науки просто в Сибири больше не существует.
А если им скажешь, они очень удивятся, хотя у них тоже сады погибли, у ученых. Вот. Почему? Поймите меня правильно. Итак, есть Сибирка. Я буквально 5 минут, простите, это настолько болезненная тема. Вот. Буквально 5 минут. Есть Сибирка. Я их обследовал уже не сотни, тысячи. Ни одна не заболела. Так. Далее, менее всего болеют яблони, привитые на Сибирку. Раз. И менее всего болеют яблони, у которых нет ран. А через раны не проникает. Это мои наблюдения, Железова. Вот, потому что, может, как кто-то когда-то и правду какой-нибудь академик заглянет на этот вебинар. Вот, и поймет, что это что не шутки, это хуже, что творится. Вот. Через раны не проникает, нет. И вот, но деревья раненые, то есть которые подвержены традиционной обрезке, они ослаблены. Просто почему-то, когда нам говорят, как деревья нуждаются в обрезке, те, кто это говорят, они просто невежи, они не ведут, что творят. Нет, они не сволочи. Они просто тиражируют то, что им бито в башку. Вот. А здесь я вам покажу такие примеры, но попозже. А здесь самый главный момент заключается в том, что это явный вирус. Вот, Елена Александровна, мы с вами не успели обсудить эту тему. Вот. Сильно короткие приезды, свои дела, я понимаю, свои проблемы. Но вот где-то посередине ветки раз пятно, все, ну отрежешь, обсмотришь через некоторое время. Я не про свой сад. Помните, вы в моем саду не нашли этой штуки, этой болезни. Но я шире гляжу, я же испытатель настоящий. Я вот смотрю, может в любом месте появиться на дереве. Но на изувеченном-то уже точно. А так как у нас, в нашем ареале, огромном, где сотни тысяч, наверное, миллионы, это вся минусинская котловина, яблонь только, они были уничтожены за несколько лет, вот, но они все практически были вначале изувечены. Вот я к чему говорю. Вот. И я уже знаю пример из Башкирии, а это уже ближе к вам, ждите. Придет она, и однажды вы поймете, что нужно будет, переходить на сеянцы, вот, о чем мы говорили с Еленой Александровной. Возьмите ее в штат, не пожалеете. Вот, на сеянцы переходить, во-вторых, переходить на нормальные, мощные, рослые яблони. Знаете, что будет не совсем удачно? Дело в том, что вот когда вот такая вот технология, как вот на картинке, да, вот на этой, на фотографии, они как калиброванные, они достаточно крупные, вот, им бы остается больше сахару. Вот, а когда такой яблони, как у меня, где яблок с моря, и они все разного размера, и какое горе, вот, что они не добирают сахара, сильно большие урожаи. Вот, но это уже другой вопрос. И вот получается, что можно все это одночасье потерять. Все это десятки лет как наработки. Это промышленное производство. И вот я договариваю, и дальше пойдем, нормальный разговор пойдет. Что я хочу договорить до конца это? Сидим мы, я себе бью в лоб и говорю: Винсон, правда, что это вирусы можем уничтожить? Получается, правда, что если это все-таки не преувеличение, потому что трудно поверить, что овечки на что-то годятся, овечки доли. И тут, куда что наделось-то? Это ниже, наверное. Вот. Что вот эти овечки доли, я остаюсь при своем мнении, они не жизнеспособны. А теперь представим себе, что мы на Сибирке их посадили, а они без вирусов. И получается, и овцы сыты, то и Железов прав, и сеянцы получаются, а супермородостойкие сеянцы. А эти вот безвирусные, на них садим. И что мы добиваемся этим? Второй этап, когда нам придется возрождать яблоневые сады. Этот сады уже уничтожены. Вот. Вот это будет наша с Еленой Александровной одно из, так сказать, к вам, уважаемые ученые, предложений. Кабы она не стала со мной спорить, я бы ни до что не догадался, что это последний шанс на Сибирке садить безвирусные ваши вот эти овечки доли. В таком виде они, шансов нет, будущего нет. Вот это мой друг. У него, мы договорились, он так же, как Чернобаев, человек не публичный, вы к нему не попадете. Вот.
Ему 83 или 4 года. Дай ему Бог дожить до 100 лет, а лучше до 150. Это благодаря саду, я считаю. У него в саду растет 5 абрикосов. Три моих, два Филиппева, или наоборот, три Филиппева, два моих. Это уже никто не знает и не вспомнит. Ну, самые маленькие вот такие. Ну, вернее, средние вот такие. Вот. Почему он отличается, его сад, от моего? Потому что некому было испортить. Я потом вам покажу. Переплелись все деревья. И рядом, на расстоянии нескольких сантиметров, плодоносят вот такие абрикосы у меня. И меньше в 10 раз по размеру. Вот. То есть опыление шло таким образом, что... в общем, это называется телегония в действии. Ну, боюсь дальше вас термином закидать, откройте ящики. Вот, отдельный ареал с максимально крупными абрикосами. Вот это я вам хотел сказать. Иван Александрович, вы единственный человек, которого я отвезу к нему. Я уже договорился. А это, ну, сами понимаете. У него, значит, прозвище художник. Вот, это Леонид Дмитриевич Чернобаев. Это еще один волшебник. Им не надо кончать университеты, чтобы стать волшебниками. Вот видите, да? А, сегодня я вот, сегодня по радио я слышал собственными ушами, что самое ценное в яблоке для еды — это семечко, оказывается. Ну, так-то и вот сейчас, да, я бы в жизни не догадался сам. Вроде да много, а вот этого я не додумался. Ну, косточки абрикосовые мы с братским едим, потому что не хочется от это заработка лишней опухоли, да? Они же обладают противоопухолевым действием, но это абрикосы. А это семечки маленькие такие. И оказывается, они представляют это, мол, ну, как обычно, радио, уши не заняты, слушаю. Ученые установили, что, и дальше по тексту, семечки обладают гигантской лечебными качествами. Причем именно яблонь. А сколько вы видели у меня яблонь в саду гнила? А сколько у Чернобаева, он, правда, не гноит? Я говорю, что это... Дмитрий, говорю, ну куда ты столько яблок деваешь? Ну ведь съесть невозможно. Он говорит, каждый день по ведру съедаем с семьей. Вот так и получается. И то есть ценность яблонь растет, и ценность науки, вернее, долг науки вернуть нам яблоневые сады. Может быть, таким путем, может быть, уже сажая на мои эти самые сибирки, безвирусные эти самые овечки доли. Может быть, этот путь. Вот. Я все жду, когда закончится эта эпидемия, она не кончается. Так? Вот. Мне повезло в одном плане. Я не сомневаюсь практически, глядя в чужие сады, что тот сад 5 гектар, который был заложен мной, выращен и плодоносил, кстати, вот такие яблоки были, вот, были крупнее. Так вот, он был уничтожен, ну, специально. Мотоциклы, ребята в шлемах. Вот. Он был уничтожен, так? А возможно, он сейчас бы тоже бы умер от этих. Дело в том, что когда я начинал его выращивать, я его увечил, как все. Это однажды я стукнулся по лбу и сказал, это я сошел с ума и перестал увечить. Но тогда увечил. То есть он бы тоже был, наверное, был бы мертв. Был бы мертв. Вот. Поэтому, а сейчас у меня молодой сад. Я с ужасом хожу и жду, когда начнется, когда начнется. Вот. Вот так эмоционально рассказываю. Ну, что есть, то есть. Мы же, друзья, что вижу, том пою. И так вот, значит, это сад дублер. Так, мой сад дублер. Слово мой не лишнее. Он практически выращен из моих этих самых черенков. Вплоть до персиков. И на подвоях, которые... Те самые сибирки, уссурийские груши, вишня сибирская штамповая, сливы китайки. Вот так вот. Ну, он позволил себе некоторые шалости. Например, он испортил роскошные, мои роскошные венгерки, привив их на не на сливы, как я, а привив их на абрикосы. И получил еще вкуснее и крупнее. Вот это называется испортил. Ну, вегетарианизация же не существует, только, понимаете, Дмитрий-то этого не знает, что ее нет.
Я тоже не знал. А потом у меня это, глаза были больше вот этих яблок, когда я видел эти чудеса. Кое-какие увидите и вы тоже. Вот, смотрите, ну, он есть, сад, смотрите. Ой, что он мне написал? Тупиковая ветка эволюции под названием колоновидки. Карлики, полукарлики, палки с отросшими корнями продолжается развиваться в ценной науке. Тут мы с Александром единомышленники, мы оба считаем. Тупик. Дальше. Смотрите, он вот это все расшифровывает вот эту вот первую фразу. Можете сами почитать, я буквально замолчу на полминуты. Почитайте. Это горько, но это все правда. Это все правда. Я, Елена Александровна, вам советую этим не заниматься. Зачем вам советовать? Вы сами уже все прекрасно знаете. Вы же сибирячка. Вы представляли сибирскую науку там, в Мичуринске. Вот. Вот эту фотографию вы прислали. Вот она. Про высохшие колодцы. Про... А это реально, кстати. Аномальные дожди. Заморозки. Ой, суховей, что только нет. Знаете, мне письмо пришлось какая-то. Я думаю, ну уж Кубань-то, ну куда там же Сочи, я там был. Ну куда лучше это место? А там на рынке все забито, и опять импортным турецким. Да что ж вы-то? Я возмутился, и вот, ну, а мне же сотни этих фильмов. Че, как хакас, что хочу, то и говорю. Что вижу, то и говорю. Приходит ответ. Кто вам на это? Чего вы взяли, что у нас-то Кубани благодатный климат? Да у нас такие суховьи. И дальше это, представляете? А я, оказывается, в раю живу. Ну вот так. А вот это вот, Елена Александровна, мне вот эта фотография понравилась. Видите, как она к разговору подошла. Ну, кто вас просил найти вот это вот, вот это вот? Вот. Вы ничего, ни слова не сказали. Вы мне просто прислали эту фотографию. Мол, если не дурак, железо сам поймешь. Так было, нет? Угадал? А? Попробуй, прекрати поливать. Все, а у них полметра это корни. Вот. Ну, здесь выглядит-то, конечно, получше. Но я вам сразу скажу. Я как решил? Я не буду кусать этих самых. Этот мичуринский это самое. Не только потому, что они его встретили как родную. Вот. Без заносчивости, как вы рассказывали. Вот это вот фотография от Елены Александровны Савельевич, которая была в Мичуринске. Это она увидела на рынке. Я так понимаю, что это все не отравлено. Вот. То есть, есть параллельно наука, она как бы сама по себе. А есть дачные плоды, дачные сады. Это наша с вами. Наша задача это научиться выращивать деревья. Второй этап делать небольшие питомники. Они прокормят. Следующий, вот как эту женщину. Ну согласитесь, красота какая. Ну, я не мог пройти мимо этого снимка. Вот. Небольшие питомники, они начнут вас кормить. Лучшие саженцы питомники остаются навсегда. И как я барнаульскому гостю сегодня рассказывал, стояли мы посреди питомника. Я вам показал, только у нас время мало было, я показал только две вещи. Я показал питомник яблоньки Сергея, ростом уже под метр, прививка у земли. 100% совместимость, то есть мертвых нет среди них. И я рассказал, что мы берем... Он берет, отъезжает на 10 километров в глухую тайгу и берет оттуда подвое. Абсолютно дикие сибирки, абсолютно. Почему к ним приживаются культурнейшие сорта? Вот. Да потому что
культурные сорта прошли несколько поколений, и в них уже сибирка сидит в культурных ветках. И когда мы прививаем на сибирке, гены подвоя встречаются с генами привоя и говорят: «Привет, братишка, давно не виделись, заходи». Вот. А массовая гибель прямо прививок или массовая гибель первые годы жизни или при первых морозах связана с неполной биологической совместимостью. Вот таким сложным путем, наследием ментором, это я ему рассказывал, удалось преодолеть. То есть теперь не подвой приучаем привою, вот, а привой уже имеет гены подвоя. Вот это одно из моих открытий, называется наследие ментора. Вот. Но, еще раз говорю, мы должны начинать с простых дачных садов, расширяться потом. Лучи из лучей остаются на места, становятся маточным садом, а семена и черенки переезжают рядом, через несколько метров, через 20 метров, 50 и так далее. Так, осталось 15 минут. О, благодарю вас, Ирина Александровна. Напоминаю, Ирина Александровна, это Савинич, выпускница Красноярского государственного университета, аграрного университета. Благодарю за вебинар, за то, что зачитали мое письмо, показали фото академика. Вот это последнее, очень важное письмо на сегодня. Похоже, мы, наверное, будем проводить вебинары до тех пор, пока я жив, и пока у Антона Валерьевича Сафронова хватит сил и нервов, потому что у него своих проблем хватает. Я так догадываюсь. Вот. Кстати, сад гектар заложил. Посмотрим, чем кончится. Аутерист вроде меня. Так вот, значит, получается так, что я, видите, до середины даже не дошел. Но вот это будет последнее, это очень важно. Итак, читаю теперь сам. Хочу поделиться с вами впечатлениями от поездки в один московский монастырь. Я уже вам прислал ранее фотографии из этого монастыря, в Бебух, не помню. Там есть сад, по большей части, абрикосовый. Ведет его сами знаете кто. Кто? Ясно кто, Лариса Андреевна. Кроме абрикоса, там есть персик, два сорта. Один ранний, уже, можно сказать, поспел, и другой позднемелкий. Абрикоса много, но он болеет паршой, хотя и не все деревья. Уже смотрите. Еще раз, как я объяснял гостю из этого. Никогда дерево просто так, ни одна бактерия, ни одна, вот то, что относится к плесени там. Что такое плесень? Это, так сказать, грибы, по-русски говоря. Так, никогда она не будет есть живую ткань, только больную. Начинаются процессы частичное уничтожение клеток, уже рядом здоровые, уже больные, она начинает жрать больную. И пошел процесс, уже не остановишь. Вот так вот, не считая того, специально подчеркнул, одного абрикоса, который полностью в тени, кроме верхушки, вот, и то дал прекрасные плоды. Ни одного не найдете, ни паршинки. Елена Александровна, подтвердите, ни паршинки. Так вот, это сейчас мы подходим к истине. Хотя и не все деревья, видимо, есть устойчивые сорта. Нет, там, сейчас увидите, есть деревья более искалеченные, менее искалеченные, вот так скажем. К тому же некоторые деревья абрикосы перевиваются, на фото видно. Одни прививки пошли, другие засохли. Кстати, там же есть один абрикос, который этой весной тоже не проснулся, как в том саду, где я работаю. Помните, было два абрикоса, одно прекрасное дерево от Сергея Железова с крупными плодами академика, а второй рядом мертвый стоял. Еще видел яблоневую сибирку и критическое растение. Что я подчеркнул? В общем, там очень красиво, видно, что монахини возделывают сад душой и молитвой. Фото прилагаю. К сожалению, фото мало получилось. Вот это персик. Поздравляю. Великолепно. Возможно, он не укрытый, возможно, укрытый. История умалчивает. Но все-таки Москва есть Москва. Неукрытый, если он не укрытый, это уже сенсация. Вот еще один. Ну, сказать, что листья здоровые нельзя, но главное, что плоды есть, все прекрасно. Вот. Ну, с абрикосами, хотя урожай, конечно, специфический, похуже.
абрикосовое дерево болеет. Почему они болеют? Они изувечены. Вот посмотрите на плоды. На них садятся грибы. Вот. Ну, это не парша, парша присуща яблоням, грушам. Но, скорее всего, этот вид парши, подвид парши. Мы не специалисты, мы видим, что их есть нельзя. Вот. И мы видим, что дерево изувечено. Внимание! Вот здесь, на вашем снимке, я что увидел? Вот это вот абрикосы явно. Я даже вроде бы плодики разглядел, да? И видно, что он не совсем правильный с точки зрения науки. То есть, его, похоже, никто не калечил. Теперь приглядимся. Вот обрезка, 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 обрезка. То есть, дерево изувечили. Вот, это один вариант. То есть, одна возможная причина гибели. Возможно, вторая причина, это то, что, так как фамилию не называют, трепать не буду. Короче, дама, которая ученая в Тимирязевке, которая работает, ну, имеет монахинь в качестве персонала обслуживающего, дальше с любовью, это замечательно. Вот, я так смотрел, смотрел, что мне сказать. Если тут заглублена была косточка, значит, обычно через 5-10 лет дерево умирает. Даже, ну, все-таки обычно как, если это городская черта, монастырь, снега мало, ему сырости меньше, оно какое-то время держится, но рано или поздно, причем оно обычно не так вот как постепенно, а вот оно все зеленое, а потом раз и мертвое, все, ни листьев, ничего нет. Это один из признаков, что здесь гниет корневая шейка. Вторая причина наслаивается на первую или самостоятельно. Вот, дерево изувечено. Они обычно как? Делают, если бы ветки отсыхали постепенно, то тогда бы их отрезали целиком. Это принято. Прививка на это самое, на кольцо, она вообще принята, она и есть смертельная. Но здесь на кольцо не отрезано, они просто все укорочены. Вот это то, что называется, вот, вот делать нечего, сейчас вот пойдем и начнем ветки отрезать. Ну, результат вот он. Спасибо за эту фотографию. Это лишний раз говорит о том, что вот это вот слова с любовью, вот они. Вот еще раз, видите, вот это живо, но его есть нельзя. Вот. И, ну, приглядитесь, у меня глаз набитый, оно изувечено точно так же, как то. Вот, вот зачем-то они эти ветки резали, 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 отрезали, отрезали, доотрезались. Вот. А здесь, вот это вот с любовью, у нас принято с любовью калечить деревья. Они могут как? Монахи ничем не виноваты. Они могут стоять секатором, читать молитву, а любое дерево – это творение Господа, особенно если оно есть, это мы калечим, да, всегда говорю, любое привитое, самое процветающее дерево, которое, как у меня, дает, бывает 10-20, и бывало и больше плодов привитое, с виду нормальное, на нем не видно никаких болезней, ничего, сумасшедший урожай, но уже то, что оно привитое, это калека. Оно уже изувечено этой генетикой. Подвой, привой. Вот смотрите, она не хочет опылить, допустим, какой-нибудь сорт плебей, роскошный сорт. Между ними генетическая барьер стоит. Вот. Они несовместимы. А мы берем, зараза, и их совмещаем силой. То есть делали два среза, как следует. Вот видно меня, нет, мое лицо. Вот так зверское лицо делаю. Вот взяли. Вот так. Это я учил Елену Санну. Это на грани паре, не как вот учат книги, а наоборот, на грани, еще узел, и все, ну куда ты теперь денешься? И смотришь, одни умирают, особенно когда первое поколение, а другие все-таки приживаются, а потом второе поколение, и не с первого на второе, а потом с первого на третье, а со второго на третье, и не со второго на четвертого, а с третьего на четвертого, и тогда случается чудо. Все равно калека. Я это понимаю, хоть я и меня считают это самое, это чуть ли не волшебником, а это издевательство. А вот когда семечки из косточки, каждое дерево индивидуально, у них не повторяется никогда. Это вот когда берут секатор и давай под одну гребенку. Вот. В ярусе должно быть три ветки. А их пять. Две отрезали. Следующий ярус, три ветки. Четыре ветки. Отрезали. Следующие шесть веток. Все равно три. Три ветки отрезали. И он уже больной, на него уже накинулись все эти. Вот. И вот это вот могут монахини, вот эту
делать это нехорошее дело. Божье создание, творение идеальное, которое рассчитано на все случаи жизни, изувечить с душой, вот как я показываю, вот, и молитвой. Понимаете, что страшно? А ведь их кто-то научил, этих монахинь. И в результате получается вот то, что мы видим. Подмерзшие культурные абрикосы отрастили новые ветки, которые застелили землю вокруг дерева на 1,5 метра в диаметре, лежат на земле. Выплюют ли весой, подкладывают ли что-нибудь, чтобы не лежали на земле. Я в таких случаях говорю, все начинается с холма. Вот. Я сейчас не могу показать, но у меня есть десятки фотографий, где мощные деревья с определенного возраста, с 50, я уже не говорю про 20-летние, они поднимаются над землей. Вот. А этим они спасаются от выпривания. Вот. Теперь, значит, когда я говорю, что не вздумайте отрезать нижние скелетные ветки, в том числе абрикоса, это в принципе плохо уже потому, что теряется, туда лезут уже грибы, туда лезут бактерии, туда лезет мороз, вот, и вообще сырость. И получается, которая сопутствует грибам, сырость. Вот, получается, что лучше, даже если они застеляются на землю, это лучше, чем их отрезать. Вот так я скажу. Это лучше, чем их отрезать. Пусть они стелятся. Но изначально, вообще тоже, садим на холмы, садим на гряды. И тут возникает вопрос, на холме-то он быстрее высыхает, он может и не взойти. А еще вот мы не дошли, или другой раз поговорим. Или уже был разговор, когда мне женщина писала, извините, не называю по имени, не помню, что я все-таки применяю промежуточный вариант, то есть горшки, а потом высаживаю. Тут хоть какая-то гарантия. Тоже верно. Ну, представляете, наш брат садовод раз в неделю появляется на даче. Среднестатистически. Когда он там их это, за неделю высохнет так, что не взойдет. А время упущено. Потом пытается, чтобы зашли там май, июнь, июль. Ага, не дождетесь. Все, прошло. Такое впечатление, что существует у каждого вида, у каждого сорта свое определенное время всхожести. Подгадайте-ка, чуть раньше не взошло, чуть позже не взошло. А так взошло, да еще дружно. Вот, это очень важно. И получается, что я рекомендую садить на холмы, тогда пусть даже то, что стелят землю у вас, они все-таки уже не так бы стелили землю. Но в любом случае, ни в коем случае, как бы ни это, отрезать нельзя. Вот. Собреют, это потом. Я всегда говорю, это как вот тоже. Нижние скелетные ветки, это уже сложилось, это уже стало. Вот нижние скелетные ветки все равно отсохнут. Да, они отсыхают. Почему? Дерево растет вверх, дерево растет вширь. Как бы даже кто его пытается как-то прорядить, чтобы солнце шло. Все равно наступает момент, когда солнца не хватает для нижних веток. Но как она может, если ни капли не на эту... Ни один, как это назвали, я так помню, квант солнечного света, ни один квант не попадает на лист, как же он будет развиваться? Да никак. Ветка, листья нет, ветка высыхает. Все. Но это не значит, что ее надо отрезать заранее. Давайте-ка отрежем ветку живую, потому что она все равно сохнет. Помните, мы этот самый разговаривали в Западной Украине, вот как раз об этом. Давайте уничтожим ветки на прекраснейшем персике, только потому, что когда-то они, мало того, что они высохли, они еще, оказывается, персик уничтожат, если не отрезать. Дичь какая-то. Ну ладно, значит, дальше вы пишете, вы прежде весной подкладываете что-нибудь, чтобы не лежали на земле. Приподнять можно. Почему нет? Это не значит, что перестраивают, это когда там сильно их гнут туда-сюда, считают, что больше плодов давать будут. Вот, давать должна не ветка, которая растет вертикально, а ее потомство, следующее поколение на ветке. Они уже будут горизонтально, они дадут. И никогда не гните ветки. А здесь наоборот, вы, чтобы не лежали. Приподнимите, ничего особенного. Приподнимите. Да, действительно, те же, вот, где вы живете? А может быть, там, где каждый год метр снега. Так, подскажите, нужно ли присыпать однолетние сеянцы абрикоса, прирост на сегодняшний день почти метр? Продолжает расти. Ни за что! Руки побрывают. Вот. Я не шучу. Ни за что! Вот. По железову присипывание. Опаснейший прием. Вот. Угадали? Получилось. Не угадали, погубили. Вот. Оставьте их в покое.
пусть 2 метра вырастут. У меня приходило, бывали приросты 2,5 метра. Ну и что? Пусть себе растут. Еще не хватало вот этого. Хотя бы с целью ограничивать рост, уже не стоит этого делать никогда. Не вмешивайтесь в это дело. Когда растет дерево, у него растут, созревают почки. Стоит только вмешаться, например, прищипывание или обрезка, это одно и то же. То есть ограничили рост, и у него просыпаются почки второго порядка. В этом же не на следующую весну, как надо, а в эту же, как правило, не успевает, они успевают только незаметно для глаз набухнуть и потерять морозостойкость. Впереди зима, им надо спать, а они до самой зимы все пытаются проснуться, потому что дерево – это инстинкт, но он в данном случае играет отрицательную роль. Потому что отрезаете, или прищипываете, вот, а новое-то никогда не успеет ни вырасти, ни вызреть. Вот. Кто-то бы занялся бы так, как я сделал бы, потому что кто-то бы авторитетный раз навсегда. Вот 100 деревьев, вот берем 10, обрезку сделали в мае, еще 10 в июне, еще 10 в июле, еще 10 в августе, еще 10 в сентябре, еще 10 в октябре, ноябре, а дальше же рекомендуете зимой резать и осенью. И причем авторитетные источники. А потом прошли годы, пусть на это годы потребуются, и посмотрят на те деревья, которые не тронули, и те, которые резали летом. И вот тогда только дойдет. А пока это кто-то когда-то в 19 веке или 18 вякнул, и с тех пор как пошло, и пошло, и пошло. Одно переписывание. А никто же не проверял,